Мы очень медленно работаем, мы ленимся, и в этом суть. И нас капиталист пытается за это, скажем так, согнуть. Однако мы сопротивляемся и поднимаем страшный гам. Не первой молодости женщины сочувствуют, представьте нам. Они берут нас на довольствие, берут нас в жаркую постель, ведь наши выкрики бунтарские им кружат головы, как хмель. А мы хлебаем щи багровые, котлеты сочные едим и повторяемся, что в скорости режим буржуев победим. У нас с невероятной скоростью растет округлое брюшко, мы носим тапочки с помпонами и полинялое трико. Но стоит только в телевизоре нам толстосуму увидать, как мы, сопя, хрипя от ярости, толкаем женщин на кровать. Нет, никуда оно не денется, борца подпольного нутро. Поэтому и счастье женщины соитье с нами так остро, что для нее мужчины прочие уже не существуют, нет. И вновь она на кухню тащится, ведь мы хотим еще котлет.